Ремонт со смертельным исходом. Сегодня утром на бывшем АТП в районе Камснаба случилась трагедия. Сгорелась кабина большегруза, который водитель загнал на ремонт. На месте происшествия вместе со следователями и пожарными побывала наша съемочная группа. В набережные Челны погибший дальнобойщик прибыл 6 ноября. Задержаться в нашем городе ему пришлось из-за неполадок с аккумулятором. Уже сегодня утром водитель планировал продолжить свой рейс. Переезжать в гостиницу и оставлять без присмотра машину, груженную товаром на крупную сумму, дальнобойщик побоялся. Жить он решил в кабине большегруза. Возгорание в ней этим утром и заметил сторож. Я взял, за водой сходил, два ведра воды залил, все перестало гореть. Вызвал милицию, все посмотрел, труп пощупал, пульса нету. Вызвал милицию. И все. По словам автослесаря, который менял в машине аккумулятор, во время ремонта водитель груженой фуры крепко спал. У него и фанфурик лежал, ну пустая бутылка уже в машине. Ну а человек курящий и как бы 12 часов проспал, уже наверняка, что и курить он вставал не раз. Или не вставал, а просто курил. После починки данной автомашины остался ночевать в своем автомашине. Причина сгорания автомашины выясняется. Данный мужчина был в нетрезвом состоянии. По предварительной версии, причиной возгорания, а впоследствии и смерти 48-летнего дальнобойщика стал непотушенный окурок. О случившемся уже сообщили работодателю погибшего. В ближайшее время он приедет из Курска забрать груз. Полина Сачи, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.